И всем привет, ребят, дорогие друзья, на канале Альфа Блогер. Сегодня я хочу поиграть игру под названием Grand Theft Auto San Andreas, либо же GTA San Andreas. Сегодня, ребят, трамвай поехал, видите, да? Вообще, ребят, сегодня будем играть в эту великолепную игру, будем дальше проходить. Будем уже выполнять, скорее всего, разнообразные миссии, поскольку я от одного человека не буду выполнять миссии, как в прошлой серии. Скорее всего, так будет. Вообще, ребят, сразу же ставьте лайкосы, подписываемся на канал, все в этом духе, поддерживай меня обязательно. Также ссылки есть в описании на мой ТикТок, подписывайтесь, Телеграм-группу, Телеграм-канал, все есть там, подписка оформляется обязательно, ребят, от вас, все, чтобы выходили ролики почаще и тому подобное, и для поддержки моего контента. Так, ну что, погнали, первая миссия, Джизи, о, знаю этого пацана, это психоз какой-то, братан, что конкретно мы ищем, парень, ты пленку проявлял. Здорово, Узи. Здорово, Кару. Извините, напрягал. Как раз объяснил твоему Шурину, что мы друзья. Да неужели? Слушай, Узи, мне надо у тебя кое-чем спросить. Что вы конкретно хотите знать, парни? Что это за путтас, братишки? Посмотри, что там такое. Эти парни, ну да. Это синдикат Лока, серьезные ребята, мне кажется. Мы не имеем с ним дела, мы не работаем с... не буду говорить, чем там... Забрал этот парень, не знаю, как его зовут. Это чувак Тибон Мендес, он главный среди боевиков. А что это за хрен? Это Джизи Би, самый крутой в городе. Он помогает заключить сделки, знаешь, типа консьерж. Тогда он будет моим пропуском. Скорее всего, попуском. Джизи, он держит купола наслаждения в старой крепости. Вот, чего-то, спасибо за услугу. Без проблем, чувак. Мы ж не чужие. Отправляйтесь в Куб Джизи. Так, все, здесь миссии у нас закончились. Замечательно. Так. Ну что, давай тогда двинем сразу к нему. Не будем, если натянуть резину. В общем, ребят, все это дело, знаете, там лайкосы проявляем, там сами лайки, комментарии пишем, чтобы выходили побольше ролики, естественно, разнообразного характера. Чтобы больше они вообще выходили на канале, так что. У меня активы это в первую очередь лайки и комментарии. Не, ну в первую очередь это как бы не то, что прям основная часть. Но сейчас для меня это просмотр, конечно, ребят, чтобы смотрели меня. Чтоб ролики комментировали, лайки, хотя это одно и то же считать, это не суть. Не, ну самое-самое важное, как по мне, это просмотр, потому что просмотр это важнее, чем любого лайка. Но лайки это как показать того, что вам нравится контент. Что вы типа хотите больше такого увидеть и еще чего-то интересного на моем канале. Ну и чтобы ролик, конечно, залетел побольше. Может людям еще понравится каким-то. Так, трюк. 17 баксов. Твою мать, за этот трюк должны мне дать минимум 100 баксов, которые я только что сделал. Ладно. Не материмся, поехали. А, виднее видео, короче, много поиграл. Заработал. Ну, а тут как заработал. У меня были до этого деньги, я, получается, купил на все бабки патроны себе. Сейчас мы имеем у себя 1260 патронов. Это, в общем, да. Как видите. Ну и вот такие дела. 30 у нас в магазине заряжу, ну, уже есть. Так, ладно, погнали на миссию. Джизи. Оу, щит, виджетка, у меня все есть. Норковые шубы, норковые простыни. Когда спускать принц, то иду по норковым ковру. А что это за перец? Мне больше друзей нужно, детка. Все только делают, что пытаются увести у меня. Нет, нет, я не насчет них, я к вам с предложением. Мне сказали, что вы человек со связями. Именно вас я хотел видеть. Я предлагаю свои услуги. Чего-чего? Да, сэр, видите, я в городе недавно и готов на любую работу. А для какого-то парня могу работать с... Для какого-то человека, как Джизи Би, ну... Раз мы уже об этом заговорили, то у меня есть одна небольшая проблемка. Кое-что с кучей тупых, короче. Что-то понятно, что я тупо, ну... Потому что интеллект... Супа, идите-ка в бар и принесите папочки в пивку. Хм. Интересно. Видишь ли, у меня всего есть два глаза, а на улицах мне нужно раза больше. Приходится быть как муха. Сотни глаз повсюду. Какой-то псих привязался к моим девчонкам. Короче, надо одного чего найти, как минимум наказать. А к тому же и уничтожать. Вот такие вот дела, как обычно. Без проблем. Теперь я в партнерах Джизи. Телохранитель его, да? Но песня тут, которая играет
В кубе я, конечно, в шоке от нее, мне она нравится. Подожди-ка, Сиджей. Видишь эту шикарную крошку? Мы сидим в гостинице в Девом районе. Позвони по телефону из тачки, когда закончишь. Я осторожно с тачкой, чувак. Прощайся с ней, как с машиной самого Папы Римского. Да. ЧСВ у нас пацан немного. Ладно, все люди разные. Поехали. Высадите в Девом районе, без проблем. При этом ни разу не повреди тачку, да? О, какой ты силач. Ты хочешь пробовать меня с... Да-да, продолжи. Фух, я думал, сюда сейчас поедет. Короче, нам какую-то свои услуги предложили, но мы от этого отказываемся. Я так понял, ну, как минимум CJ отказывается. Так. Я-то не отказываюсь. Так, ладно, я прикалываюсь. Все, поехали сюда. Ну, гениально. Текстура прорисовалась моментально. Ну, зигзаги я, конечно, люблю, но так... Не, ну, типа, как прикольно съехать там, тому подобное. Но сейчас вот что-то мне особо не хотелось. Но приходится проходить. Главное сейчас, чтобы не навернуться знатно. Хотя вот так просто срежем, да и все. Дело с концом. Так. Вот почти приехали. Ну, мог бы я, конечно, и по другому пути поехать, но не суть уже как есть. Так, все, мы заезжаем. Сюда и высаживаем ее. Увидимся. Ага. Джизи, это Харви, только что отвез твою девчонку. Жжёшь, для тебя есть небольшое поручение. Причем еще наш разбирать с проблемой, о которой я тебе говорю, какой-то зеленый придурок думает, что он в игре. Понять всех моих в хэшбэре. Одна из моих чинов только что засекла этого урода. Я хочу, чтобы ты точил свою задницу и нарвался на проблему. Ладно, я руку. Короче, порвали мы его. Он хочет, чтобы мы его порвали. Ну давай. У нас патроны есть. Ой, на время я не люблю этого. Блин, на время вообще, ребят, не люблю. А отвлекся на это время, ладно. Что поделать? Придется делать. Так. А вот, ребят, что еще хочу сказать. Я стопудово извиняюсь, потому что стопудово меня херово слышно. Бывает местами, типа, в роликах, да, типа, то громче, то тише и тому подобное. Я записываю без нормального микрофона. То есть у меня здесь микрофона петлички нету. То есть я записываюсь с самого телефона. И как бы... Играть мне не совсем удобно, не совсем комфортно, но как бы для вас я хочу пройти эту игру на канал, и тем не менее, как могу, так и снимаю. Это так. Так что у кого есть вопросы, ну, вот я ответил. Вот теперь у меня, короче, какую-то херню там творят. Ага, вот ты, ну сука, домой. Привет, это Сиджей. Просто сообщаю, что я больше не беспокоиться о конкуренции в хэшбэре. Беспокоиться? Я же говорю, что... Выше беспокоюсь? Нет. Ну, теперь к настоящему делу. На некоторых из моих девчонок в долине Фестера оказывается давление. Хочу, чтобы ты тащил свою задницу и разнюхал, что к чему. Да боже, опять заколебали. Ай, Сиджей, господи. Ну, мы как минимум за это бабки получим. На эти бабки мы купим патроны, чтобы хотя бы дальше жить. Ну, вообще, я могу это все фармить, я понимаю, но... Это миссия, это сюжетка. Ну, походу, стекло понимаю. Бывает. Бывает так. Ну, эта тачка у него что-то особо не валит, я вам скажу. Были и повеселее. Это так. Чтоб не пешком. Где это? Ага. Ты шо, охерел? Давай. Все, до побачення. Вернитесь к автомобилю. Так, сразу давай на автоматик. А, она его избивает. Мистер Джизи, это Сиджей. Ты принесешь мне счастье, сплю. Та еще, который ты в своем районе хочет выйти из дела. Я попекусь, чтобы она перестала работать. Никто не умеет свои дни.
Счастливый Владислав Васильевсу. Браво, дай ему рок. Боже. Много мне так ездить придется, интересно. Тем не менее, мы опять дальше едем. Тем не менее, мы опять выдвигаемся. Так, и хочу передать всем зрителям привет, которые находятся на премьере, потому что это стопудово премьера данного видеоролика. Так что это так. Всем здорово. Так. Давай, главное, на ментов сейчас нарваться, а то, блин, будет еще больше неприятностей. Я забыл, что это в игре все появляется возле носа. Ёкарный бабай. Смотрите, оп. Смотрите, это что-то появится. И ничего нет, да? Оп. А нет, стой. Оп. Ну, короче, поверьте, да, он появляется прям. Моментально. Да хоть не по времени ехать мне в руки. Блин, гребаный туман, мне только... Кнопка зависла, понимаю. Мне только этого не хватало. Давай едь. Так, ну вроде приехали, слушай, на пригласинцу эту? Или это не та? Это то. Да, это та самая гостиница. Оля. Ух, я помню этого чела. По крайней мере, эту миссию я точно уже понял. Что это за миссия? Господь послал меня спасти твою грешную душу. Родница. За машину с ним. Водитель. Вывози нас отсюда, пока... Убейте священника его охраны. А, ну давайте. Они, по идее, не знают, что тут, да? Раз, два, три. Стоять, сука. Таксист еще увязал, ты же охренел. Ты охренел? Ну, таксист, хоть не помоги, не? Ой, твою мать. Наши тачки, походу, кобздец, извиняюсь за выражение. Скоро придет. Ой-ля, походу, реально. Блин, ребята, можно как-то на этой тачке только ездить? Я ж не удержу. Блин, боже, я ж не смогу так долго продолжать. Да я не могу просто приблизиться к нему нормально, потому что, скорее всего, моя тачка сейчас взорвется. Ладно, я буду что-то делать пытаться. Ага. Он бы сейчас бы куда-то шел, я не знаю. Оба. Все. Ладно, в бак не попасть. Чувак, стой! Блин! Он, я смотрю, не особо... А, нет, уже едет. Ёлки-палки. Стой, супа. Газу, 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 газу. Блин, просто гениально. Так. Так. Ребят, чувствую это по ходу Габелла. Там мне реально сейчас беда будет с машиной, прям на моторе все хана. Не дай бог, конечно. Блин, на эту миссию быстрее проходил, боже, ну что за херня. Куда он приедет, мне просто интересно. Вот с этой стороны. Тут у нас движка нету такой-то, то есть бака. Понимаю, захотелось в эту сторону. Он повернул как назло туда. Едь сюда, сынок. Боже мой, ну честно, уже бесишь. Давай. Раз, два, три. Давай. Просто... Еще и менты, вы что гоните? Да пошли нафиг, боже, миссия, честно. Я тупо ее прохожу, прям, как можно тупо, я ее прям пишется как прохожу. Гениально. Oh,
Дай первую тачку, если можно, друг. Именно это надо, боже мой. Так, все, я понял вас. Походу, чувствую, берется переиграть немножечко. Да она у меня не выдержит, вы что гоните, она сейчас взорвется, не дай бог, конечно. Вау. У меня есть шанс сейчас, что он ее разобьет таким образом. Все. Взорвись нахрен. Тихо. Все сделано, мистер Джизи. Ой, сейчас ты прям моя правая рука. Кстати, на эту точку только что пришла ориентировка. Себе. Ага. Короче, можно держать, кому же дальше и... Да! О да, миссия выполнена. Я уже думал, придется сейчас страдать еще и как-то ехать к этому гребаному голубу. Как-то... Короче, все, пофиг, миссия сделана, ребята. Это реально миссия... Это мой поступок должен вас реально учить тому, что всегда держитесь до конца и как-то идите... Как можете, но только пройдите. Вот так вот это все надо делать. Так. Думаю, вы поняли. Кто понял, тот понял. Кто умный, тот суть уловил. Так. Ну а мы выезжаем опять же на новую миссию. Конечно, куда же без новых миссий? Как бы у нас всегда есть новые миссии после какой-то миссии. Логично, блин. Давайте, знаете, кому? А не, к этому. К Зиру я ехать даже не буду. Я знаю, что у него за миссия, и честно, не хочу даже проходить сегодня в этой серии. В другой раз, но не в этот точно. Так, к клубу ехать, не ехать, хер его знает. А нет, ну как бы ехать, но других нету, да, вроде миссий. Автошкола еще есть, но это в другой раз тоже. И вот этого я не хочу, давай. На колеса. Надо на колеса, так. Вторая миссия, ну как бы она третья, если так считать, да? Ну посмотрим, буду я еще проходить, не буду. Какие-то миссии, реально, посмотрим, как бы, да. Давай. Я просто знаю, какие там у него миссии примерно дальше, но я помню, что будет там. Ну боже, ну... Две звезды, нет! Блин, они уже появляются, боже. Так, мы тем не менее успеваем. Все у нас в ажуре, в шоколаде. Домой. Домой, бота. Вот так Си-Джей приезжает на миссии. Вот так он делает. Так, ладно, давай быстро. Ти-Боун Мендес, а теперь выслушай меня, окей? Очень важно, чтобы ты меня выслушал. Я не баклан, амиго. Ты что думаешь, кто я для вас, Майкл? Лишь симпатичная дурь? Именно что нет. А вот и безмозглый боец, с которым я тебе говорю. Ты с ума сошел? Карл, Ти-Боун, Карл. Как дела? Не обращай на него внимания, мы с ним давно знакомы. Слушай, кореш, не будь сраной обузой. Бузой? А обузой для кого? Значит, так настрою, ты получи 20%. Сколько там? Арифметика, баклан. Чувак, ты и Майк. Да я вам, ребята, свою душу продал. Это что получается? Кто-то за... Хапал мои кровные 13%? Ты знал условия сделки и согласен. Вообще, мы могли бы дать 5%. Ты чё? Ты что, язык проглотил? Кажется, ты говоришь так же плохо, как ты разбираешься в математике. Слышь, не переходи на личности. Привет, да. Что? Черт, проклятие. Чувак, мне надо бежать. Даже не думай, это мой друг, чувак. Кору, пошли со мной, нам надо раздолбать кое-кому пару тыков. В каком смысле поставить его поле засаду? Мне можно просто так туда. Это за Ти-Боун. Доберитесь за повышенную засаду автофургона. Угу. Давай вот, ладно, уже на этой поедем. Как суть. Как было так есть. Ой, две звезды, нет! Только не это. Ребята, она же сейчас будет по-нормальному так дрессировать менты, господи. Не надо, ребята, отстаньте, отгляньте от меня, умоляю вас. Да блин, да вы заколебали. У меня уже хп нету тачки.
Она и так ни хрена не делает, еще сзади под... Короче, мана эти именины. Ух ты, ля. Ванда... Блин, нет, ну нафиг. Тихо, СиДжей. Отступай. Знаете что, мне бы, короче, этот... Да пошли вы нахрен, боже мой. Да блин, мне еще с камерой полнейший звездец. Тихо. И вперед. Газ по вас, как говорится. Погнали. Да вырубите мигалки, не долби мне мозг. Так, погнали. Быстро, быстро, быстро. Я сказал быстро. Блин. Супа! Гребаные погони. Капец. Блин, да откуда ты тут взялась, супа? Чудовище. Тем более у меня еще там будет стопудово какая-то перестрелка, просто уверен в этом. Это аэропорт, да я угадаю, да? Нет, не аэропорт, слушай, это автострада. Вроде. С ним память не изменяет, это автострада. Ну да, как я понял, здесь да, автострада. А ну что тут у нас? А, понимаю, да не убей, да? Боже, а на чем я буду, на мотоцикле? Четыре их, да? Ой, да мы уже здесь. Как бы телепорт очень хорошо работает. Это гоу. Тихо. Супа, не разделились. Ну ладно. Так, надо с мотоцикла на мотоцикл, да, бегать? Нелегкая эта работа, когда за тобой менты гоняются. Блин, логично сначала сюда поехать. Да боже, я задолбал уже, честно, всех сбил. Так, ладно. Ну и миссии, конечно, от него. Ну, не так, что прям сложные, но просто немного бесячие, я вам скажу. Потому что, ну, сразу ты их так легко не убьешь. Бы надо за ними еще поездить. Тихо. Соберись. Так. Он уже подо мной, боже. Едь сюда. Ты шо охренел, чувак? Ты шо? Ну все, минус. Получается, не обязательно, то есть, с мотоцикла его спрыгивать. Скидывать, да? То есть, получается, можно таким образом. Ну, хорошо. Тогда двойне даже проще. Надеюсь, нам не придется еще возвращаться в клуб. Боже, ну это же бред полнейший. Я не хочу этим заниматься. Так, мы тут были. Воеть. Сидоджи, ты должен... Ты обязан быть первым. Так, скоро, ребят, будет летная школа, конечно. Мне бы еще автошколу сначала пройти, да? Пробовать бы как бы. Так, куда он едет? Не важно, куда он едет. Главное, что мы вот так сделали. А мы его уже скинули, ну ладно. Ой, боже, еще менты. Валим. Тихо направо. Наг. Понимаю, наг полетит плюс, это хорошо. Едь сюда.
по колесу не попаду, как бы, ну, понимаешь? В жизни там уже легко попасть, а тут ни хер попадешь. В жизни, если что-то попадешь, уже все, хана, он ни хер поедет. Но в игре же хер там. Да едь сюда, сука. Чтоб ты зигзагами поездил. Тобой последний остался. Все. То есть мне надо было просто попасть, да, понимаете? И чё? А, то есть можно вырвать груз, блин, он нихера не выпал, блин, но едь сюда. Сука, ну едь давай. Короче, сейчас его боком возьмем, то есть вот так, смотрите. А, нет, не получилось, ну ладно. Что, возвращайтесь к... О, нет, сейчас бы я еще отхватил бы от копов. То есть мне миссия стопудово уже провалена была. Так, чтобы не провалить миссию, мы едем. Вау! Вау! Вон, давай. Та, нет, не выёживайся, Джей. Я знаю, что ты можешь. Та тот чел? Он не важен. Тем не менее, мы приезжаем первым. Еее. То есть мы смогли это сделать. Так. 5К баксов. Слушай, нормально мы так поднимаемся. На этом, в принципе, ребят, можно серию закончить, потому что она что-то долговато идет. Если я третью буду по миссии, это ж просто полный длинняк будет. Ладно, ребят, в общем, на этом все. Спасибо большое за просмотр премьеры этого ролика. Так, кто там звонит? Эй, как дела? Привет, Кавр, это Узи. Эй, если я держу свободную минутку, заходи ко мне, нужно о чем поболтать. Да, конечно, где ты? У меня маленькая букмекерская контора в Чайна-тауне. Просто пойди и представься. Но я люблю ждать гостей. Хорошо, подскочи, чувак. Ну, это в следующих миссиях будет. В общем, ребят, на этом все. Спасибо большое за просмотр этой премьеры. То, что это ролик. На этом все. Всем удачи и всем пока.